Горьковская железная дорога присоединилась к Международному дню привлечения внимания к железнодорожным переездам. В Чувашии прошли специальные рейды. На железнодорожных переездах вблизи крупных населенных пунктов нередко случаются аварии со смертельными исходами. Всего за 5 месяцев 2020 года на Горьковской РЖД зафиксировано 3 ДТП. 2 из них на территории Чувашии, в результате чего 1 человек погиб. Водители автомашин порой не обращают внимания на предупреждающие знаки. Работники транспортной полиции, ГИБДД провели профилактические беседы, раздали владельцам автомашин стикеры и памятки. Всем водителям просьба при проезде железнодорожных переездов не нарушайте правила, соблюдайте, не торопитесь, будьте внимательны и бдительны.